Например, смотри, тебя лишили твоей суперспособности. Что? У меня 6 рук. Уважаемые дамы и господа, сегодня мы представляем вашему вниманию уникальный массажер для рук. Ой, он такой мягкий, он такой приятный на ощупь, что, попробовав его один раз, вам никогда больше не захочется с ним расстаться. Мне больше ничего не надо. Тебя лишили твои суперспособности перемещаться в пространстве. Времени. Да. И что бы ты сделал? Вот тебе предложили отдать $1 000 000, который у тебя есть, единственный $1 000 000, отдать его, чтобы тебе вернули эту способность, или взять себе новую, другую. Че, блин? Че за хуйня? Ты что, взял способность тупизма? Ты тупой? Ты где? Кто такой? Рот закрой! Да. Нет, че? Все нормально, чувак. Смотри, исчезла у тебя твоя способность. Да я понял тебя. Тебе не надо мне втирать. Хуйню всякую. Я тебе говорю, 1 000 000 баксов отдал бы, сказал, дайте новую. Ну, и денег у тебя не осталось. Не, новую надо было. Я бы опять телепортацию взял. А, ты тоже воровал бы, да? Конечно, пиздил все вносить. А я вот нет, я вот спокойно ходил. Хуже с твоими большими пятками, блядь. Еще вообще бы ничего не смог делать, блядь. А я бы, короче, взял бы другую способность. Блядь, да ну нахуй. Да. Да ты додумался, блядь. Человек, пятка, это не прикольно, блядь. Только дошло, ёпты. Через 2 года, когда у меня забрали мою способность большими пятками, я решил взять новую. Да ну нахер, не, возьми. Человек, большой палец, блядь. Да. Возьми суперспособность, человек, большой палец на ноге, ёпта. Чтобы у тебя были 2 пальца больших. Конечно, пацаны, я вообще возьму, это лучше, чем пятки, блядь. Я возьму такие, блядь, охуенные, блядь, способности. Так я взял бы. Нет, я взял бы себе 7 глаз. На жопе 2, блядь. Чтоб сидеть всегда были закрыты. Сейчас глаз на жопу натяну. Не, ну наболело, капитан! Не, мне, короче, было бы 2 здесь, 2 на плечах. Фу, блядь. 2 на спине. Фу, блядь. И 1. На жопе. На пятке. На шоколадном вуале, блядь. Кинзабал сразу. Все посрать и все видишь, блядь. Прикольно. Я всегда хотел посмотреть мир вокруг. Из-за стороны жопы тоже. Поэтому это хорошая способность. Да, ну... Смотри, во-первых, ко мне никто не подкрадется. Но это в том случае, только если я выйду голый. Вот. Я буду убережен. От всех сторон. От конъюнктивита, блядь? Я был бы одно лицо. Я говорю, берегусь от конъюнктивита, и мне 7 глаз, блядь. Я очень бы хорошо видел все. Знаешь? Затылком? Да, я как угодно. Я мог бы там лечь, например, вот так. И все, я вижу все. Глаза закрылся, все, а тут глаз работает. Бля, там ждал бы на ладошках себе бы. Чем мне на ладошках? Ты представь, ты его смотри. А как это? Ты видишь, блядь. Ты видишь и чувствуешь. Нет, ты прикинь такой, видишь в лифте, а там тёлки бьют. Такой, раз. Ну и тут я падаю в обморок, а у меня на плече глаз. И такой смотришь там, чё-то. Ладно, если честно, раз уж так пошло, что мне нравится моя способность, что меня принижаешь, я хотел бы... Блядь, пауза затянулась, ёпта. Я думаю. Блин, ты долго думаешь, давай быстрее. Ну смотри, ты уже забрал одну нормальную, он забрал вторую. Ну хотя бы возьми там, не а знаю. А мне что? Летать. Да я боюсь. Блядь. Человека-паука. Ну блин, не знаю, что тебе еще. Проникать сквозь стены. Нет, я, короче, хотел бы. Телекинез твой забрал. Мысли читать. Да. Мысли читать. Вот, точно, я хотел бы читать мысли. Мысли. Черт. Здесь я скажу, как читать мысли. Я читал много сайтов, смотрел разные видео в Ютубе, и я понял, что для этого надо всего лишь помолчать 1.5 часа. Мысли. Черные мысли. Я сижу, например, ты думаешь, когда уже это закончится, я хочу пойти и пожрать побольше. Это очень важная информация, блядь. А стоит денег, блядь. Во всяком случае, я узнал, кто о чем думает. А вдруг ты про меня плохо подумал? Главное, чтобы пидором тебя не обозвали, потому что если первый раз так обзовут, у тебя будет потом такая кличка. Ну, меня вся так плохо думает. Не скрывай. Че скрывать? Я всегда думаю, как пожрать побольше.
Правильно, ничего. Ну, ничего интересного. Например, ты перебираешь в голове свой пароль от карты банковской. Ты чего, так не знаешь, что ли? Нет, ты. И что, ты у меня заберешь карту? Нет. Это сделал человек-невидимка. А я телепортируюсь и вас выебу обои, блядь. Пока я его найду, конечно, долго. Ты не сможешь, потому что я пойму, что ты хочешь сделать, я же буду считать. А я, блядь, буду думать об одном, а делать другое. Да, собственно, всегда так делаешь. Да. Там хуй тебе что дастся. Вот его, конечно, проблематично. Пока ты его найдешь, блядь, там. А я тоже, если я буду читать мысли, я буду понимать, откуда идет мысль, я его смогу писать. Я сделаю ему обнимашки, мы исчезнем вместе. Привет! Слушай, дружище, а ты знаешь, в каких случаях обнимаются мужчины? Ну так я тебе сейчас расскажу! Слухай! Мужики обнимаются в двух случаях. Когда они, сука, либо голубые, либо, сука, синие. Он голый будет. Блин. Ха-ха, ну и хуй с ним. Я уже на все согласен, блядь. Ну ладно, все. Хорош. Все, решили. Ты читаешь мысли, я телепортируюсь, он человек. Мышь. Человек, невидимка нахуй. Не надо, блядь. Он знает, что делать. Вот. Ну. И рубрика «Эти странные товары», мы ее отснимем чуть позже, потому что товар я сейчас не взял там с собой. Человек-невидимка его спиздил. Но товар будет настолько интересным, что вам понравится. Я на самом деле боюсь его пробовать, а иначе можно стать человеком пяткой. Да. Блин, все. Ай, что ж, а теперь рубрика «Эти странные товары». Сегодня у нас странный напиток, называется тантрин. Блин, болит желудок. Особый напиток. Тантрическое удовольствие для двоих. Блядь, это что-то кончится все хуёво, мне кажется. Блядь, хуёв твою мать. Так, безалкогольный, тонизирующий. Что-то, блин. Так, произведено в России. Давай. Аквалайф, село Ямкино, промзона на Агентс 23, промплощадка. Знакомый адрес, кстати, мы что-то такое уже пили, или я энергетик пил? Да, пил, я не пил. Так, значит, что в нем находится? Вода очищенная, сахар, концентрированный сок красного апельсина, регулятор кислотности, кислота лимонная, ароматизатор. Весь перечень прочитай. Сок красной смородины, экстракт устриц. Устриц? Да. Содержание восстановленного сока в готовом напитке не менее 6%. Пускается осадок. Красный апельсин. Какая-то хуйня. Устрицы меня, конечно, напрягают. Употребляет не более 2 банок в сутки, а то разорвет. Пукан. Бомбанет пукан, ёб. А у тебя нет беременности при кормлении? Есть. А у меня повышенная нервная возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия. Что заболевание гипердизия? Так, ну я так понял, это напиток для того, чтобы трахаться, да? Какая? Ну так вот. Ну, ты можешь первым попробовать. Блядь. Чё-то это все не стремно. Но на алкоголе кто не говорит. Ладно, поехали. Давай, давай. Чтобы на кружечку не попасть. Да. На камеру. На кружечку. Привет, Толян. Бля, я такую шнягу вообще, я советую не пить. Не пить или вот разбираться, как он там какие-то определенные штуки пить. Но они дорогостоящие. А пахнет красным апельсином? Я не употребляю. Не употребляет. Он употребляет. Редко. Все полезет. Да, осадок какой-то есть, какая-то херня. Ко мне полезет. Или куператор. А, бля, я буду угорать. Я прижал самую руку. Оп-оп-оп, пошло. Бля, пахнет какой-то сода, бля. Красный апельсин. Я не жру красные апельсины, в отличие от вас, блядь, там. Я не знаю, как он выглядит. Я просто уже пил энергетик, где был красный апельсин. Я очень редко это. Это не энергетик. Тантрин. Особый тантрическое удовольствие. Двоих. Блять, он меня хоть хуйню разводит. Мы живем в России, у нас есть закон против педиков, понял?
Мы не толерантная Европа. Я просто должен проверить тебя, действительно ли ты натурал. Нихай себе проверочка, ладно, я попробую, в общем. Такой добротный глоточек ты сделал. Осадок чувствуется. Блять, говно какое-то. Бля, вода... Напрягаешь, там вот это, сок устриц написано. Вода с лимонной кислотой, бля, жуткая вещь. С запашком каким-то. Фу, ну вот слишком чувствуется, вот как херня на языке, да, сразу. Я не знаю, мне но не я... понравился. Но я эффекта ждать не хочу. Я тоже. Гарфон? Еби. Заебись, аплодисменты. Забыл понюхать попилпан. Мне главное, я не буду употреблять это. Сколько это стоит? А, рублей 80. Нихуя это не стоит, это даже стоит 20 рублей. Да, максимум, блядь. Блядь, пупырка не встала? Какой-то полный. Пупырка? У него пупырка? Пупырка встала? Аж кадр не лазит. Да. Я поставлю баночку. Поставьте баночку. Да не, это шляпа была. Да, вообще мне не понравилось. Тантрин. Ну, на вкус, в принципе, обычный красный апельсин, ничего такого, никакого действия я не чувствую. Ну, конечно, понятно, какой-то я вот сделал. Привкус, как у колы есть. Не заметил, блядь, нахуй. Вот, что тут есть такое? Все нормально. Ничего такого я не почувствовал, правда, сделал немного глотков. Не было. Больше глотков мне делать не хочется, вот из-за этого осадка, которая там может присутствовать, как они написали. Устрица? Вот. Я не знаю, осадок это от чего. А вот, поэтому какая-то странная фигня. Кстати, она же есть и в литровых, кажется, бутылках. Это, наверное, для тех, кому очень хочется. Вообще импотенция. 2-литровые бутылки, блядь. Ну, не знаю, я не особо верю в то, что там что-то там будет, если ты выпьешь даже целую банку. Скорее, может быть, как у спайсов. Может, просто это какой-то, ну, что-то вроде энергетика. Просто они пишут, что это энергетик. Придумали вот такую вот тему. Короче, кто-нибудь говно это будет еще, нет? Нет. Даже как-то, блядь, это не будет. Не будет. Ну вот, фигня, по-моему. Как бы. Да. Хуйня. Продолжаем. Пацаны. Всем пока за кадром. Картман. За кадром. Казак. За кадром казак. Уже Дуня.